Всем привет! Добрый вечер. Вечер. Ну, уже 5 минут прошло от начала семинара, так что, думаю, можно начинать. Значит, сегодня мы трогаем диффузионные модели. Значит, у вас была какая-то лекция про диффузионные модели. Я надеюсь, ну, вообще не было. Она вроде сегодня должна была быть, но отменилась. Нет, про диффузионные было, вы обманывали. Сегодня должна была быть что-то другое лекция. Ну да, начало было. Сегодня. Ладно, не знаю, про что должна была сегодня быть лекция. Да, я обманываю. Ага. Ну, значит, в любом случае мы, в общем-то, по шагам пройдемся, и не то чтобы тут нужны какие-то реквизиты к семинару. Вот. Но в целом, значит, мы. Вот на прошлом семинаре говорили про ганны, которые генерируют изображения. Вот, а сегодня мы говорим про диффузии, которые пришли и изменили ганны в генерации изображений. Вот это там, соответственно, другой подход к генерации, на самом деле, не только изображений, а там любых данных, но там больше успеха это имело в изображениях. Вот, у нас есть ноутбук, я могу, наверное, скинуть ссылку на него в чат, если кому-нибудь нужно. Вот, я предлагаю по нему начать проходиться. Значит, все диффузионных моделей это библиотека Diffusers от Hugging Face. Вот, но сначала мы попробуем написать там простейшую диффузионную модель с нуля. Значит, что для этого нужно? Для этого нужен MNIST. Как обычно, будем генерировать циферки, потому что это легко и просто. И, значит, начнем в целом с основной идеи диффузионных моделей. Значит, основная идея — это генерировать изображение с помощью его расшумления. Вот таким образом это происходит. Это происходит так, что мы генерируем какой-то случайный шум, потом наша моделька учится убирать шум с этого изображения, с этого шума, так, чтобы в конце получалось какое-то осмысленное изображение. Вот. И кажется довольно интуитивно, как эту модель можно учить. Можно постепенно зашумлять изображение и учить модельку расшумлять его. Да, то есть датасет собрать несложно. Мы берем хорошие картинки, зашумляем их и подаем в модельку зашумленное изображение. Как таргет подаем оригинальное изображение и учим на нашу любимую метрику близости изображений. Вот наша любимая метрика сегодня будет MSE. В общем-то, как и всегда, наверное, предсказание изображений. Вот. План примерно такой, да, то есть собрать какую-то сеточку, который будет предсказывать незашумленное изображение по зашумленному. Для этого нам нужна какая-то функция, которая будет добавлять шум. В данном случае вот эта функция corrupt, она берет просто какой-то равномерный шум и прибавляет к изображению. Ну и мы хотим, понятно, что если мы зашумим изображение слишком сильно, то тут вот даже человек не справится в последнем случае выяснить, что тут была изначально за цифра. Если мы зашумим чуть-чуть, то, наверное, будет предсказать слишком легко, поэтому мы хотим как-то регулировать степень шума, но мы это там стандартным образом через какой-то коэффициентик делаем. Вот. То есть там, чем меньше amount шума, тем менее зашумленное изображение. Вот. Здесь, собственно, демонстрация, что у нас есть какие-то изображения сверху, и мы вот зашумили их с разным amount. Там линейно от 0 до 1. Вот.
Значит, это идея. Дальше нам нужна какая-то нейросеть, которая будет уметь принимать картинку и выдавать на выход какую-нибудь другую картинку. Этой нейросетью сегодня выступает Юнет. Значит, про Юнет я думаю, что вы должны были слышать какой-нибудь из одного из прошлых семестров. Но в целом это, значит, сеть, которая выглядит как буква U. И она сначала принимает на вход изображение, потом прогоняет его через какие-то конволюционные блоки и сжимает его как латентное представление, а потом вторая часть сети разжимает это латентное представление в выходное изображение, и при этом для того, чтобы там было легче расшумлять и сохранять какую-то информацию из оригинального изображения, тут есть skip connection, то есть мы на каждом этапе апскейла добавляем выход предыдущего этапа. Вот. И за счет того, что у нас такая U-образная форма, у нас будут совпадать размеры там на каждом этапе. Вот. Ну и, соответственно, это там довольно простая сеть. Мы ее можем сами реализовать. Здесь, соответственно, ровно как на картинке есть какие-то блоки, которые понижают размерность. И есть блоки, которые потом будут повышать размерность. Точнее, повышать будет upscale, но там они будут обрабатывать изображение в повышенном разрешении. Вот. Мы, значит, такую сетку пишем, проходимся, сжимаем, проходимся, разжимаем, и на выходе у нас получается изображение такое же, как исходное по размером. Вот. У нас получается сетка с каким-то небольшим количеством параметров, но там даже она может на сколько-то обучиться. И дальше, значит, мы реализуем схему обучения, про которую я рассказывал. Что здесь происходит? Мы завели сетку, берем какое-то изображение. Дальше добавляем случайное количество шума и зашумляем наше изображение. Шумное изображение подаем в сетку и хотим, чтобы она предсказывала наше оригинальное изображение. Вот обучаемся опять же на MSE и там держим это сколько-то эпох. Вот. Сейчас это все прожарится. И сетка у нас небольшая, поэтому обучиться это должно быть быстро. И мы там увидим в конце, что какие-то изображения появляются. Вот. Соответственно, в целом это очень похоже на какой-то автокодировщик. Да. Потому что ну, там Юнет это фактически есть автокодировщик, который сжимает изображение, потом разжимает. Вот. Но здесь вот смысл диффузионной модели в том, что мы, значит, добавляем какой-то шум и учимся его нивелировать с помощью нашей модели. Вот. И тут, соответственно, можно посмотреть, что когда модель обучается, она действительно способна убирать шум, который мы добавляем. Вот. И там видно, что если мы добавили столько шума, что там еще можно различить, что это была за цифра изначально, то в целом Юнет справляется с тем, чтобы восстановить оригинальное изображение. Вот. Прекрасно. Мы обучили денойзинг сетку. Вот, ну, казалось бы, это чуть-чуть другая задача, да. Мы хотели изначально генерировать изображение, а теперь ну, мы научились его просто расшумлять. Вот. Но я тоже об этом вначале упомянул, что для того, чтобы генерировать изображение, мы можем подать какой-то случайный шум на вход и попросить нашу сетку заденоизить его.
Вот. И так как она обучалась денозить шум в числа, она будет вынуждена выдать нам какое-нибудь число. И при этом, ну, там вот на этом изображении, например, видно, что если денозить просто какой-то случайный шум, то получится все-таки непонятно что, потому что совсем из шума денозить тяжело. Поэтому мы будем делать несколько шагов, постепенно убирая шум. Как это выглядит? Мы сначала возьмем совсем произвольный шум, где-то, да, мы инициализируемся совсем случайным шумом, и потом делаем несколько шагов. На каждом шаге мы денозим наше изображение, а потом мы, ну, и тут тоже видно, что в целом сетка понимает, что как бы ей циферки обычно на белом фоне, поэтому, значит, нужно белый фон, и она там циферку, может, не рисует, но как-то слишком сильно расшумляет. Поэтому там вместо того, чтобы делать напрямую несколько шагов, мы к результату расшумления добавляем оригинальный шум. И уже вот эту сумму предсказания сетки и добавленного шума подаем в расшумление еще раз. Делаем так несколько шагов, и в конце, по задумке, у нас должны получаться числа. И в целом числа у нас пока не получается, но получается что-то гораздо более похожее на числа, чем при одном шаге. Вот. Ну, то есть изображение, я тоже надеюсь, понятно, что мы, соответственно, взяли какой-то изначальный шум, сетка нам его сдвинозила. Дальше мы сложили результат предсказания и шум, опять затенозили, получили предсказание, опять сложили, затенозили, и так итерационно получаем что-то все более и более похожее на числа. Вот. Ну, соответственно, пока чисел не получается, что можно сделать? Можно попробовать сделать побольше шагов. Хоть, возможно, если мы будем денозить дальше, то будет получаться лучше. И мы так и пробуем сделать. Мы пробуем сделать не 5 шагов, а 40. И в конце получаем что-то, но не сказать, что что-то сильно лучше. Вот. Но в целом, соответственно, у нас сейчас довольно простая нейросеть. Она училась там за несколько минут. И, возможно, если бы мы взяли нейросеть побольше и обучали бы ее получше, циферки все-таки начали бы генерироваться. Вот. И на самом деле в генерации каких-то более сложных изображений и там, ну, и даже в генерации места нормальный используется ровно такой принцип. То есть мы берем просто нейросеть помощнее, обучаем ее получше и итерационно расшумляя случайный шум, генерируем какое-то изображение. Вот. Если на данном этапе есть какие-нибудь вопросы, давайте их обсудим, потому что дальше мы будем навешивать всякие хаки на этот процесс, так чтобы обучение становилось еще лучше, и результат был еще лучше. Вот. Значит, если вопросов нет, то давайте двигаться дальше и выяснять,
Что кроме... Да, я сказал, что в целом принцип это просто увеличить модели и учить получше, но там, естественно, это не все, и навешиваются еще какие-то хаки для того, чтобы генерации были лучше. И значит, переходим к хакам. Принцип просто диффузионной модели мы разобрали, но как и с ганами, там был какой-то ванильный ган, дальше был конволюционный ган, дальше там возникает Вассерштайн ган и Стайл ган, всякое такое. Вот с диффузиями примерно так же. Есть вот класс диффузионных моделей, дальше есть некоторая модификация, которая называется DDPM. Чем она отличается? Она отличается тем, что мы все-таки взяли модель помощнее. Там вместо конволюционных блоков у нас это, там каждый уровень. Это была просто одна 2D-конволюция. Здесь 2D-конволюции заменяются на ResNet-блоки, в котором по два конволюционных слоя в нашем случае. Число каналов мы сохраняем таким же, как было у нас, чтобы было сколько-то честное сравнение. Дальше мы... Дальше мы задаем, какие именно блоки будем использовать. Там добавляются блоки с attention, потому что attention — это круто. Вот. Но в целом мы глубоко в устройство лезть не хотим. Значит, просто задали вот эту мощную UNET-модель, которую мы, соответственно, ее взяли вот из, в самом начале импортировали из библиотеки для диффузионных моделей. Вот. И будем ей пользоваться SIS. И там можно тоже вспомнить, что в нашей простой модели было 30 тысяч параметров, здесь уже почти 2 миллиона. И, в общем, мы своей цели добились, действительно получили нейросеть мощнее. Вот. Дальше есть еще ряд изменений. Давайте смотреть на них прямо в коде. Мы опять учим в некотором роде восстанавливать изображение, но учим мы восстанавливать не само изображение, мы учим восстанавливать шум, который был нанесен на изображение. Вот, понятно, что в целом это операции аналогичные, потому что мы, если мы предсказали шум, то мы можем вычесть шум из входного изображения и получить оригинальное. Но утверждается, что если предсказывать шум, а не сразу оригинальное изображение, то учиться будет лучше. Какие изменения в коде это несет? Мы все так же зашумляем изображение, все так же подаем это зашумленное изображение в сетку, все так же получаем какой-то предикт и... Видимо, здесь мы еще, видимо, обманул, мы еще здесь не будем считать. Так, простите. По-хорошему, мы должны здесь уже предсказывать шум, но... Но здесь мы предсказываем все-таки оригинальное изображение. Да. Значит, сначала мы... Да, мы сначала тут проводим простой эксперимент. Мы просто заменяем маленькую модель на более мощную и пытаемся обучить просто модель побольше в том же сетапе, что у нас был. То есть мы все так же
предсказываем все-таки оригинальное изображение, передаем. Там можно заметить, что вот сетка теперь принимает два параметра, до второго мы дойдем, но пока мы передаем его все время константам. Вот, и в целом получается, что сетап точно такой же, как у нас был до этого, но мы берем нейросеть побольше. Вот. И в конце мы получаем, что генерации уже выглядят значительно лучше. Да, там если сравнивать вот этот сэмпл и вот этот, то кажется, разница очевидна. Но и здесь мы, соответственно, предсказывали в том, точно таком же сетапе, где мы делаем 40 шагов расшумления, добавляя, складывая предикт и изначальный шум. Вот. Прекрасно. Мы взяли нейросеть побольше, и это действительно помогло. Давайте перейдем к тому, о чем я уже начал говорить, к изменениям. Изменения, как я уже говорил, в том, что мы теперь предсказываем не оригинальное изображение, а шум. И вот здесь вот мы уже это реализуем. Лосс считается не между оригинальным изображением, а между шумом. Вот. И таким образом, чтобы получить оригинальное изображение, нам нужно сделать еще одну итерацию, где мы вычитаем из шумного изображения предикт шума. Вот. Значит, это изменение номер раз. Не очень большое, но, значит, утверждается, что учиться так будет лучше. Значит, изменение номер два. Давайте теперь брать не равномерный шум, а нормальный. Потому что нормальный шум — это круто. Вот. На самом деле, за этим есть какое-то математическое обоснование, в которое, значит, можно погрузиться на каком-нибудь курсе нейробайесов, но мы в это лезть сейчас не будем, потому что не умеем. Вот. Значит, вот, изменение номер два. Берем теперь не равномерный шум, а нормальный. Изменение, вот, я нашел, да, оно раньше мы брали без буквы N, шум теперь берем с буквой N, и это нам генерирует нормальный шум. Изменение номер три. Давайте теперь не... Раньше мы при обучении брали какое-то случайное число. Так, курс про нейробайесы читается на ФКН. И, по-моему, в этом году он не читается, но есть записи. Сейчас я могу найти. Так, нет, я быстро не нашел, поэтому пингоните меня потом, если я забуду, я скину в чат какую-нибудь ссылку. Вот. Да, пока идем дальше. Значит, мы изменили шум на нормальный. И изменяем теперь стратегию добавления шума. Раньше мы
просто случайным числом задавали, насколько надо зашумить изображение. Вот, ну кажется, что это некоторые места, которые можно улучшить, и сдавать зашумление изображения можно каким-то фиксированным образом, таким, который нам позволит лучше обучать модели. Вот, и задавать мы это зашумление, количество зашумления будем по расписанию. Расписание описывается сложной формулой, но значит идейно мы на каждом шаге, точнее, мы вводим новый параметр, который называется время, обозначается буквой Т, и мы в зависимости от времени будем разный шум добавлять к оригинальному изображению. Кажется, что это довольно логично, потому что когда мы расшумляем вот в нашем простейшем процессе, там видно, что каждый раз мы расшумляем все менее и менее шумную картинку. И, наверное, если мы передадим модели вот эту метаинформацию про то, что сейчас у тебя полностью зашумленная картинка, а там на каком-то другом шаге у тебя уже почти готовая картинка, то она сможет себя по-разному вести. Да, то есть на нулевых шагах она, наверное, будет вырисовывать какие-то общие детали, на последних шагах уже будут конкретные детали. Вот, то есть сначала появится силуэт космонавта на лошади, а потом на скафандре будут прорисовываться блики. Вот. И опять же, если обратиться к процессу генерации нашей диффузионной модели, то мы видим, что наш процесс устроен так, что мы каждый раз складываем предикт нашей модели и шум. Вот. Хотя учим мы ее просто на расшумление расшумленной картинки. Кажется, что это тоже какая-то точка роста. И давайте при обучении тоже складывать как бы предикты на предыдущем шаге с шумом. Вот. И мы складывать будем как и при инференсе с помощью коэффициентов. Коэффициент тут есть не... От коэффициентов здесь берется корень, честно, не знаю зачем, но, вероятно, потому что так работает лучше. Вот. Ну и то есть мы на каждом шаге добавляем к... В зависимости от шага мы добавляем к оригинальному изображению какое-то количество шума. Вот, это можно выразить как регрессионный процесс, где мы берем предыдущую итерацию зашумления и зашумляем ее чуть больше. Можно вывести явную формулу, которой там удобнее пользоваться при обучении. Вот. И, соответственно, в начале обучения мы хотим почти не зашумлять оригинальное изображение, а к концу обучения мы хотим его полностью зашумить. Точнее, к концу итерации некоторое обучение. Вот. И кажется, что это тоже очень логичный шаг, потому что вначале наша нейросеть не обучена, и мы там ей бы, дай бог, восстановить оригинальную картинку, даже если шума нету. Вот. А дальше она начинает учиться, и шум. И, соответственно, ей можно подавать все более сложные кейсы, то есть зашумлять изображение все больше и больше. И она там с этим будет постепенно справляться. Вот. Ну, соответственно, тут вот есть формулки. Они приведены для устрашения, потому что писать их вручную не нужно, потому что, опять же, есть библиотечка, которая умеет шедулить
Вот. Значит, это, кажется, было четвертое такое глобальное изменение, про то, что мы ввели параметр времени и будем зашумлять картинку в соответствии с этим временем. Давайте посмотрим, забыл ли я про что-нибудь рассказать. Более мощную модель мы обсудили. Процесс зашумления мы обсудили только что, как и время. То, что мы теперь прогнозируем шум, а не оригинальную картинку, мы тоже обсудили. Интересно, что имеется в виду под этим пунктом, но, наверное, мы поймем это чуть пониже. Вот. Значит, тут есть демонстрация того, как наше зашумление работает в зависимости от времени. Вот. Ну и там можно заметить, что эта картинка тоже очень похожа на ту, которая была в начале, где мы просто меняли параметр mount в нашей простой функции зашумления. Но здесь, соответственно, мы занимались математикой и составили умное расписание, с помощью которого обучаться нейросеть будет лучше. Вот. И теперь мы, кажется, готовы к обучению модели. Все шаги мы вроде бы поговорили. Давайте, значит, пройдемся еще раз сверху вниз. Так, или мы не проговорили еще? Да. Значит, здесь мы еще сразу делаем еще одно изменение. Значит, генерировать картинки — это здорово, но гораздо лучше, если мы генерируем картинки, зная, что получится в итоге. То есть мы можем как-то влиять на генерацию. В данном случае мы можем влиять на генерацию с помощью задания класса, да, потому что мы генерируем циферки, мы можем сказать, какую циферку именно мы хотим сгенерировать. Значит, это можно сделать, обосабливаясь на класс. Поэтому здесь вот в процедуре обучения мы, значит, добавили все вот эти изменения, которые вы говорили до этого, что мы теперь генерируем, сэмплим не количество зашумления, а таймстемп, с помощью которого определяем количество шума. Вот что мы обучаемся теперь предсказывать количество добавленного шума, а не оригинальное изображение. Кажется, все. Вот. Но еще мы тут добавляем Y, то есть лейбл нашей картинки, число от 0 до 9. Давайте посмотрим, как этот Y обрабатывается в модели. Обрабатывается он очень просто. Для каждого класса обучается свой embedding. В данном случае размера всего 4. И дальше этот embedding нужно каким-то образом подать в модель, чтобы она узнала, что мы хотим обособиться на класс. И подать в модель. Модель у нас все еще VNet. Вот, в какое место тут можно засунуть embedding. В целом, кажется, что можно было бы сувать его в латентное представление, как-то конкатенировать и отсюда расшумлять. И
Насколько я знаю, в... Ну, то есть не в диффузионных моделях это точно делают, вот, но в данном случае мы будем конкатенировать этот медиа просто к входу. То есть у нас вход станет не размерности, не глубины 1, потому что у нас черно-белое изображение, да, там это квадрат, где в каждом пикселе стоит яркость. Вот. И значит, вместо матрицы глубины 1 у нас будет матрица глубины 5, потому что 4 это размер нашего эмбеддинга, и 1 размерность глубину нашего оригинального изображения. Вот. Ну и еще, значит, есть такой факт, что эмбеддинг это обычный вектор, а изображение это квадрат, да, двумерный вектор. Как-то оно пока не сходится по размерностям, поэтому мы просто повторим этот вектор высота на ширину раз. Исключительно для того, чтобы сошлись размерности. Вот. Давайте пройдемся сверху вниз. Значит, мы заводим класс, который будет хранить наши обучаемые эмбеддинги. Дальше мы берем ровно ту же самую модель, которую мы определяли выше. И на форварде мы кодируем пришедший класс как эмбеддинг, меняем ему размерности. Дальше конкатенируем. И на выходе получаем, как я говорил, тензор глубиной 5. И дальше просто инферим наш мощный юнет, там, передавая вот этот вход уже обособленный на класс и таймстемп, который мы тоже выбрали в процессе обучения. Вот. Пока я об этом всем рассказывал, модель обучилась, она обучалась уже значимо дольше, 17 минут, но и результат наконец-то получился какой-то осмысленный. У нас, кажется, получилось, ну, по крайней мере, как минимум, все, что находится в ячейках, похоже на цифры. Почти все. Где-то мы, возможно, не справляемся с обособливанием на класс, но кажется, что в среднем все работает довольно неплохо. Вот. Значит, это был Прошу рассказ. прощения, а такой вопрос. А то, что получается, ну так, как мне кажется, несколько разное качество генерации разных классов, это связано с балансом классов в исходных данных или с особенностями самих изображений? Вот. Или однозначного ответа нет? Я думаю, что связано скорее с особенностью изображений. Вот, то есть я думаю, что можно заметить, что ошибки бывают там между какими-то определенными классами. То есть кажется, тут вот для двойки генерится либо пятерка, либо двойка. Там единицу, понятно, что легко перепутать с семеркой. Вот. И там, если вы будете учить мнист на классификацию, то, скорее всего, у вас тоже как бы ошибки будут между какими-то определенными классами в основном. Вот. И это ровно та же проблема, что цифры просто похожи между собой. И там, если это отдельно не обрабатывать, то так будет получаться. Вот. Я думаю, что у нас на самом деле должен быть довольно сбалансированный датасет в этом плане, насколько я помню. Но в целом ответ, что почти, наверное, это особенность изображений. Вот.
Давайте я дам еще... Во-первых, если не ответил на вопрос про, значит, мисс генерации по классам, то можно его уточнить. Вот, если есть какие-нибудь еще вопросы, то тоже давайте я минуту подожду и на них отвечу. А дальше мы перейдем к Stable Diffusion, которая уже серьезная диффузионная модель, генерирующая что-то осмысленное, а не циферки. А еще вот такой вопрос. Если мы, допустим, хотим получить некоторую вариацию изображения, то есть, скажем, у нас есть циферка, мы хотим, чтобы она была написана чуть-чуть по-другому. Насколько плохой идеей будет зашумить ее и подать это вместо случайного шума на вход? Это неплохая идея. В данной архитектуре это даже будет работать. Вот, и в целом там просто в Stable Diffusion, как мы чуть позже увидим, там это нельзя применить прямо в таком виде. Просто применительно к этой модели появляется вопрос, не получится ли, что она просто более-менее расшумит картинку. То есть действительно ли она, модель в смысле, сможет как-то хорошо перерисовать изображение в случае, если мы так сделаем. Ну, значит, я думаю, что это, во-первых, вопрос количества шума, который ты добавишь. А во-вторых, если хочется решать задачу вот именно, ну, то есть неоднозначно, как каким образом обученная модель будет себя вести, если подавать ей на вход какую-то другую картинку. Но точно можно обучать модель, обуславливаясь на какое-то другое изображение. То есть вместо... Здесь мы конкатенируем класс, вектор класса к оригинальному изображению. Мы точно так же можем обуславливаться на какую-то другую картинку и таким образом учиться ее изменять. Вот. Поэтому если обучаться специально на такую задачу, то работать точно будет. Будет ли работать просто так? Мне кажется, скорее да, если правильно подобрать количество шума. Но неоднозначно. Можно сейчас пытаться это проверить. Как-нибудь, если сообразить быстро, то можно посмотреть, что будет. Как-нибудь скопировать побольше. Значит, пытаемся взять одну картинку. В Matplotlib по-другому это... Короче, надо решейп сделать. Если я не ошибаюсь, 2-3-1 или что-то такое. Вот так вот, кажется, сработало, если черно-белое изображение. И, наверное, тут еще можно добавить какой-нибудь параметр. Да, вот. Да, тут, собственно, так и делается. Color map gray. Вот, отлично, у нас есть семерка. Значит, мы хотим к ней добавить какого-нибудь нормального шума. Так, видимо, это должно быть.
Мне кажется, что из этого, скорее всего, вообще что-то другое установится. Так, но мы хотим тебя чуть-чуть модифицировать. Не слишком сильно. Тут еще с цифрами, конечно, непонятно, что такое не слишком сильно. Как вообще оценивать близость? Как оценивать близость? Ну, косинусное расстояние, кажется, не будет работать в случае картинок. Наверное, можно прямо с Е оценивать близость. Но тогда это вопрос порогов, видимо. Ну, в принципе, можно имбеддинги какие-нибудь обучить. И оценивать уже близость имбеддингов. Наверное, можно. Хотя мне кажется, что в случае таких вот... Ну, как бы мы, наверное, скорее хотим какие-то мелкие изменения вносить. Вот, и такие мелкие изменения, скорее всего, имбеддинги будут плохо ловить. Так. Ну ладно, мне кажется, можно пробовать так все-таки сделать и посмотреть, что получится. Так, наверное, еще сейчас скажу, что у нас на куде это должно быть. Дальше у нас принимается таймстемп. Таймстемп это, кажется, просто чиселка. Дальше у нас меняется класс. Это должен быть тензор. Тоже на куде. И он должен быть какой-то такой. Эх, не такой. Что не так? Наверное, все-таки такой. Так. Это, кажется, уже почти то, что я хотел. Да, только я здесь хотел еще написать input. Получили на выходе какой-то шум. И теперь... Мы хотим посмотреть, что получилось, если мы расшумим. Noise от нуля, инцепло.
Точно, ой. Так, мне кажется, что пока он просто не справился ничего расшумить. Давайте соберем это все в одну ячейку и попробуем задать какое-нибудь другое значение шума. Сделаем тут совсем маленький шум. Так, у нас что-то пока совсем не работает. Не работает. Возможно, то, что мы уже шагом обучались, нам нужен какой-нибудь шаг побольше поставить. Или, возможно, нам нужно делать несколько шагов. Но зашумляли мы, по идее, один раз, так что... По идее, одного шага должно хватать. Если честно, так, а шум мы действительно же должны вычитать в данной конфигурации или нет? А, мы, видимо, потому что должны... Ну, как минимум, кажется, надо вычитать шум с тем же весом, с которым он прибавлялся. Да, это... В общем, дело, да, кажется, действительно в весах. Так как весов у нас нету... Мы должны делать шаг. Шаг у нас должен звучать такой. Т можно тоже объявить каким-нибудь параметром. X это, видимо, входной. X это ход, который у нас был. Так, давайте вернемся к этому в конце, потому что тут у меня сходит-то не работает. Вот. А Stable Diffusion точно работает. Вот, обсудим сейчас быстренько Stable Diffusion, потом вернемся. Вот. Может быть, я пойму, что дело не так. Значит, Stable Diffusion. Stable Diffusion, значит, модель, которая генерирует изображение, она относится к классу латентных диффузий. Латентная она, потому что через Unet гоняется не
само изображение, а его некоторые латентные представления, ну, чтобы там просто все работало быстрее. Вот. Также Stable Diffusion умеет обосабливаться на текст. На текст она обосабливается ровно так же, как мы обосабливались на классы, добавляя имбеддинг текста. Вот. И ну, имбеддинг текста учить с нуля довольно тяжело. Поэтому давайте будем использовать предобученный клип, который умеет переводить тексты в пространство изображений. Вот. В остальном, значит, если не смотреть на зеленый треугольничек, схема точно такая же. Мы взяли тот же самый Юнет, сконкатенировали входной шум с текстовым имбеддингом, гоняли несколько итераций, включили изображение. Но так как диффузи латентная, и мы гоняем какие-то, на самом деле, шумы низкоразмерные, чтобы все работало быстрее. В конце у нас есть еще автодекодер от вариационного автоэнкодера, который некоторое маленькое латентное представление преобразует в финальную картинку высокого разрешения. Вот. Соответственно, учится это все точно так же, только добавляется две компоненты, да, с клипом, который будет энкодировать текст, и с автоэнкодером, который будет получать финальное изображение. Это все мы подгружаем. Ну, и обучать мы, естественно, Stable Diffusion не будем, потому что вообще диффузионные модели, они довольно долгие по сравнению с теми же ганами. Вот. Ну и нам понадобилось бы много данных и много времени, поэтому мы просто пробуем, просто собираем все из готовых кусков. Вот, мы все подгрузили. И дальше по шагам хотим генерировать вот этот промпт, значит, в котором сначала какой-то мусор, чтобы изображение получалось покачественнее, а потом классический космонавт, который сидит верхом на лошади. Вот. И, значит, мы буквально проходимся по пайплайну с этой картинки. Мы прогоняем текст через текстовый энкодер. Сначала там его затокенитировав. Потом мы генерируем случайный латент. Дальше мы... Вот это расписание, это шедулер, значит, мы его использовали точно в таком же виде. И где-то тут мы должны конкатенировать... Мы не конкатенируем в явном виде, да, а подаем в модельку текстовый имбеддинг и латентный шум. И, значит, какое-то количество шагов прогоняем генерацию. Вот. Ну и чем больше шагов мы прогоняем генерацию, тем лучше картинка у нас получается. Вот. То есть на самом деле всякие крутые генерилки изображений работают, ну, точнее там, в общем, есть, конечно, разные всякие подходы, но там в том числе можно делать ровно в том же пайплайне, что мы обсуждали, там навешивая еще каких-то дополнительных усложнений в виде кодировщиков текста. Вот. Это, значит, просто история про Stable Diffusion.
нее никакого предложения нету. Вот, но если тут что-то... Если тут есть какие-то вопросы, то можем тоже их обсудить. Вот, а если нет, то давайте... То можно вернуться к эксперименту с расшумлением оригинального изображения. В смысле, с модификацией какого-то существующего изображения. Вот. Ну, в целом, в общем, если есть какие-то вопросы по любой части, можно их сейчас задавать, можем их обсуждать. Так, мы переходим к расшумлению. Вот, и давайте пробуем идти чуть по-другому. И, значит, переиспользовать то, что у нас уже есть, изменяя текущий пайплайн. Значит, тут мы, кстати, тоже, наверное, можем генерировать батч изображений, да. Давайте будем тоже генерировать батч. Значит, в таком виде. А, кстати, может, у нас net просто было? Нет, net. Не была переопределена. Значит, сначала проверяем, что у нас все работает вот так. А потом мы возьмем какой-нибудь батч изображений, попробуем к нему добавлять все меньше и меньше шума и посмотрим, что он будет восстанавливать. Вот. Значит, так, все действительно работает. Теперь мы вместо просто случайного x и y здесь возьмем зашумленный x, а здесь возьмем оригинальные классы. И, наверное, мы еще хотим нарисовать, как у нас все было в начале, и как у нас получилось в конце. Там. Только рисовать, наверное, надо до зашумления. Да, это же правда. Ну, вернее, рисовать x арик, а не x. Угу. X арик. И тут у нас батч размера 128. А шума мы генерим 80. Давайте, чтобы у нас все в квадрат влезало. Обрежем до 80. И тут, видимо, тоже обрежем до 80. Dx. Тут у нас не принеслось девайс. Это, видимо, еще неплохо было бы показать. Давайте это сразу сделаем. Чтобы мы видели картинки. Вот, значит, это оригинальное изображение. А нет, ну, кстати, нам же интересно,
Нам, наверное, интересно рисовать и оригинальные, и зашумленные, чтобы мы понимали, насколько сильно мы зашумили картинку. Что пока не особо понятно. Давайте я еще раз. Давайте, ладно, сделаем покрасивее. Я никогда не помню, что отличаются столбцы, а что за колонки. Предположим, что первое это столбцы. Так, значит, тут будет оригинальные. Дальше вот это нам не нужно. Тут будет зашумленные. Это нам тоже не нужно. Это нам тоже не нужно. И здесь будут модифицированные. Так сработает. Будем надеяться, что сработает. Так, я все-таки перепутал, в каком месте столбцы и в каком колонке. Но, тем не менее, у нас что-то получилось. Вот. И значит, в целом, как будто бы... Ну, действительно, похоже, что более-менее те же классы, но как бы по-другому нарисованы. Правда, не уверен, что это как-то принципиально отличается от того, что мы просто бы вбили метки классов соответствующие. Да, я согласен, что непонятно, сколько тут было влияние оригинальных картинок. Значит, тут вопрос в чате, что на второй картинке... На второй картинке... Вот эти оригинальные картинки первые, к которым мы добавили случайный шум. Вот, и их отрисовали. То есть у нас пайплайн, что мы взяли какие-то хорошие циферки, дальше их зашумили и потом расшумили. Вот. Ну да, ну то есть с одной стороны непонятно. Непонятно. Давайте теперь, во-первых, исправим... Столбцы и колонки, а во-вторых, попробуем добавлять меньше шума и посмотрим. Хотя, конечно, по идее нам нужно каким-то образом... Давайте, ладно, попробуем сначала добавить просто поменьше шума. Но еще идейно нам по-хорошему нужно... Начинать не с самого начала, потому что когда мы добавляли это расписание, мы хотели добиться ровно того, чтобы нейросетка знала, насколько сильно ей нужно расшумлять. Вот, получается, что если мы расшумляем от начала до конца, как мы сейчас делаем там все шаги, она считает, что она начинает с полного шума. Она на самом деле начинает не с полного шума, и по-хорошему нам нужно будет сейчас... Ну да, то есть вот она, несмотря на то, что шумление какое-то совсем незначительное, она все равно полностью перерисовала картинки. И, возможно, это происходит из-за того, что мы делаем слишком много шагов. Вот. Возможно, нам нужно делать только какие-то последние шаги. Возможно, даже 100 последних шагов. Давайте попробуем сделать так.
100 последних шагов. Так, ну как будто бы, как минимум, теперь сохраняются оригинальные картинки. Но теперь они совсем не меняются. И вот здесь, вот, как мне кажется, должно влиять количество шума, которое мы добавляем. Угу. Вот здесь вот мы, возможно, тоже, опять же, слишком мало шума. Во-первых, во-вторых, уже видно, что нужно делать гораздо больше шагов, потому что оно не успевает расшумиться достаточно. Вот это похоже на количество шума, которое нам будет достаточно, потому что циферки зашумились не слишком сильно. Пробуем сделать побольше шагов. Кажется, проблема еще в том, что в Мнисте нету мелких деталей, которые как раз можно было бы изменять за счет зашумления и расшумления. То есть глобально либо то же самое очертание, либо что-то совсем другое. У нас получилось вообще что-то страшное. Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, как будто бы там циферка может быть хотя бы быть расположенной под тем же углом или в той части кадра. То есть какую-то тут семантику можно сохранить. Так, что это значит? Сейчас, может быть, нам нужно вычитать шум. Или нам нужно ее добавлять? Мы на этапе инференса. Мы вычитаем же шум. Мы предсказали, какой шум был добавлен. И мы хотим его... Да, мы берем предыдущий, поэтому мы вычитаем. Угу. Ну, то есть... Казалось бы, все-таки нужно добавлять. Японский иероглиф, да. Вот вам и стелл-трансфер автоматически. Не знаю, если честно, что тут еще можно попробовать. Мне кажется, что в целом можно добиться какой-то адекватной работы, если грамотно подобрать параметры, но, возможно, легче все-таки переобучить сеть, обосабливаться на цифры. Ну да, как-то так получается совсем что-то страшное. И не похожее на оригинал. Значит, еще в порядке бреда можно попробовать. Давайте вернемся к хумбу-сетапу, где у нас устанавливаются оригинальные цифры. Уверен, что здесь не восстанавливаются. А потом попробуем попросить восстановить другие классы, а не оригинальные. И здесь, наверное, тоже опять все восстановилось слишком четко. Вот интересно, что будет, если... Пробовать свести сетку с ума и просить ее восстанавливать другие классы. Ну, видимо, 300 шагов маловато.
300 шагов маловато. А если кажется, что делаете там первые 300 шагов не очень осмысленно, потому что у нас еще не настолько зашиблено все. То есть, да, видимо, это демонстрация того, что как бы на последних вот этих 300 шагах мы уже как бы полируем наши цифры, а основное их очертание должно было приобрестись на начальных шагах. Вот, поэтому если мы меняем класс, то это сетку уже не беспокоит, потому что она там уже вырисовывает очертания вокруг готовых цифр. Вот. Поэтому как будто нужно... Если мы хотим, чтобы цифры поменяли класс, можно... Ну, кстати, вот здесь вот смотрите уже. Тоже непонятно, насколько тут скорее генерация происходила с нуля. Ладно. В общем, кажется, не очень работает. Видимо, нужно все-таки обращать отдельную сеть для того, чтобы изменять изображение. Я, значит, еще вспомнил, пока мы тут изменяли, что... Я, в общем, очень быстро прошел все по Stable Diffusion, потому что... Ну, там это просто какой-то готовый код, где мы запускаем какие-то готовые куски. На самом деле с ним довольно интересно поиграться. Вот, и, например, тут вот штука, которая точно работает, это интерполяции в латентном пространстве. Это такие... В общем, можно делать красивые гифки с переходом от одного промпта к другому. Вот, идея в том, что текст в имбеддинге, они лежат в каком-то векторном пространстве, и если мы возьмем один промпт и другой промпт, то значит, между этими, это получится две точки в векторном пространстве, и между этими точками можно провести прямую, вот, и дальше можно двигаться по этой прямой, вот, ну, там с помощью вот этого стандартного приема с взвешиванием на альфа и 1 минус альфа, вот, и если брать какую-то промежуточную точку на вот этой прямой между двумя точками в текстовом пространстве и генерировать изображение для нее, то изображение тоже будет получаться чем-то средним. Вот, то есть понятно, что пространство очень многомерное, поэтому это не будет работать в точности так, но если попадутся какие-то удачные промпты, то может получиться какая-нибудь довольно гладкая анимация, как там астронавт на лошади превращается в яблоко на столе. Вот. И в целом какие-то еще... В общем, Stable Diffusion — это опенсорсная модель, которую вот может быть интересно потрогать. Вот. Кажется... Пара у нас кончилась. Да. Я даже могу попробовать пытаться найти примеры. Чего я имею в виду? Вот, но в целом у нас время кончилось. Вот, поэтому всем спасибо. Можете идти. Я попробую найти гифку. Если есть какие-то вопросы, можно их обсудить. Если вопросов нету, то можно идти. Спасибо, до свидания. Пока. Спасибо, до свидания. Пока.